Красота тут с южной стороны. Вот такие у меня. Их надо было кустом сажать. Я даже не знала. Меня как бы не предупредила Лариса Анатольевна, вот, которая мне дала растения. Ну вот, видите, совсем другие ирисы. Они по-другому выглядят, конечно. За моими нужен уход. Все-таки мои надо поливать. Иначе они погибнут у меня. Вот. Буду поливать, конечно. О, красота какая. Елочка какая. Елочка, видите, какая красивая, да? О, лапоньки какие. Так. Ой, ирисы как красиво смотрятся. Тут они на солнечной стороне растут. Здравствуйте. Так. Шиповник. Вот он, красавчик. Ну, выходи, собирать шиповник называется. Можно собирать шиповник. Вот. И чай заваривать с ним. Пожалуйста. Прямо возле дома. Красота. Ой, красота. Ой, гляньте, какая прелесть. Ой-ой-ой-ой-ой, какая сказка. Так. Ой, ноги он грязные, сейчас буду мыть. Вышла чистенькая, такая красивенькая. Сейчас буду мыть, пойду. Так. А это вот мое царство-государство. Так. Все уронила тут. Так.